Тот жизненный опыт, который я имею, наблюдая за эпидемиями, к счастью, с экрана телевизора или там, в литературных источниках, говорит о том, что все до сих пор известные эпидемии были побеждены с помощью прививок. Ну и самый яркий пример из этого – это оспа. Нет на сегодняшний день другого известного, проверенного способа преодоления эпидемии, кроме как вакцинация. Как только появилась эта возможность, эту прививку сделал. И сделал это в конце января, а вторая – в феврале. И теперь достаточно уверенно, не скажу спокойно, но достаточно уверенно себя чувствую, видя, как попадают в сложные вот эти ситуации, в том числе в больнице с большим поражением легких, знакомые и друзья в том числе, конечно, не пожалел. Нет на сегодняшний день других известных способов прекратить эпидемию, остановить ее, кроме как вакцинация.